дух императора. Скажи, долго ли продержатся у власти большевики? Добрый вечер. Сегодняшний день начинает отсчет новой истории Советского Союза. Бывшего Советского Союза. Единого государства, занимающего 1/6 суши, больше не будет. Деятельность прежнего Союза на территории нового Содружества представляется невозможной, а сам Союз СССР в документе объявляется прекратившим свое существование как субъект международного права и как геополитическая реальность. Just pause for a moment to reflect on what we've done. The Soviet Union can only be found in history books. Коммунизм в этом году умер. Я как президент США, с позиции которого обозреваются очень многие вещи, неведомые другим, я не всегда показывал на людей свою радость в моем сердце, когда занимался делами продвижения прогресса. Но сегодня я скажу, что самое большое, что произошло во всей моей жизни, в нашей жизни, было это. С помощью Господа Америка победила в холодной войне.